«Распятие с донатором» – картина нидерландского художника Иеронима Босха. Картина была заказана Босху по обеду. Дендрохронологический анализ подтвердил, что она была написана после 1483 года. Написанная на доске работа принадлежит к серии произведений, ставящих своей целью дать пример религиозного благочестия. Традиционно изображаемому на заднем плане Иерусалиму Босх придал уютный облик обычного нидерландского городка, вырисовывающегося в лиловато-серой пелене. Костюм донатора напоминает мипарти, модный в 15 веке двухцветный наряд. Находилась в частной коллекции Эдуарда Фетиса, потом находилась в собственности супругов ван Хальтерен. И в августе 1952 года она была продана вдовой ван Хальтерен Королевскому музею изящных искусств. Реставрация этой работы была в 1966-1967 году. Картина в настоящее время экспонируется в Королевских музеях изящных искусств в Брюсселе, Бельгия. На переднем плане несколько персонажей стоят вокруг распятого Христа. Мария, апостол Иоанн, стоящий на коленях, донатор, спонсор, заказчик картины. И святой Петр, который держит ключ от рая в правой руке. Есть признаки, например, бледность, что донатор был уже мертв во время окончания картины. Один из историков утверждает, что донатором был один из городских чиновников Хертангемуса, Питер ван Ос, современник Иеронима Босха. Два одиноких человека вдали держат свой путь к городу. У подножия Святого Креста несколько костей, которые иллюстрируют фразу «Моменто мори». Их присутствие призвано напомнить зрителю, что он тоже смертен. Бесплодное дерево внизу символизирует последующий расцвет. Смерть Христа на кресте – сухое дерево, а его воскресение изображается как появление молодых листьев. Это традиционный подход к изображению такого рода сцен. Хотя тема этой композиции является традиционной, здесь имеются некоторые оригинальные черты, такие как отказ от симметрии.